Привет! Вы на канале Ника. И сегодня мы открываем русалку. Это мне подарил Дед Мороз. Тут непонятно, как она открывается. Но тут, уже я заметила, открыто. Поэтому тут можно легко открыть. Нет, не открывается. Оп. Опа! Тут, оказывается, надо разогнуть. Батарейки высыпались первыми. Тут и трава есть. Вот такая вот. Это водоросли, наверное. А, водоросли. Но она движется. И на ощущение она приятна. И теперь самое главное — это русалка. Достаем ее. Смотрите, какая она красотка. У нее снимаются волосы. О боже мой, она лысая? Как ее зовут? Коли ее зовут. Вообще на картинке показано, что у нее... что у нее зеленый вот этот вот плавничок, а это розовое. Но вот тут красное. Я что-то включила. Она заработала. Вот тут вот эта кнопка, включаешь, и вот тут вот этот плавничок работает. Еще есть тут какие-то штучки непонятные. Наверное, это надо... Это было укрепление. Тут еще одна. Сейчас мы ее снимем. Так прикольно хвостом. Кстати, тут с двух сторон. Вот кнопка. На нее нажимаешь, ничего не происходит. Сейчас оторвешь. И смотрите. О, можно потрогать. Тут две батарейки и отвертка. Но отвертка у нас осталась вон там. Ну, вытащи ее. Сейчас мы ее вытащим. Если у нас, конечно, получится. Так вылетело. Вот такая вот отверточка. Чтобы батарейки менять, да? Угу. Так, а как нам эту штучку? Я ничего не нажимала, вот так вот просто провела. Ну ладно, оставь. Это, наверное, потом, когда менять батарейки. Угу. Тогда мы сейчас... Не надо, зачем ты ломаешь? Вот тут еще есть батарейки. Да, там еще есть пока. И еще мы будем проверять, что мы будем делать. Только что мы будем делать? Тут вот так вроде нарисовано. Что мы умеем делать? Сейчас мы посмотрим. Тут нарисовано, зато вот тут нарисовано. Написано, наверное. Нет. Тут написано. Воду активирована. Активен. Связаться с водой. Я не поняла, что тут написано. У нее движутся руки, вот. Ай-ля-ля-ля-ля. Ай-яй-яй-я. А, я ничего не делала, она опять включается. Так она, наверное, быстро разрядится. Ну ладно, всем пока.